В этом документе очень были интересные высказывания коллег с точки зрения предложений по оценке эффективности, по целеполаганию, по отражению мер, связанных с развитием инфраструктуры, поддержки, по развитию отраслей, да, то есть предпринимательства в отдельных областях деятельности, в отдельных отраслях. Я думаю, мы все эти предложения обобщим и обязательно включим в этот документ, который сегодня обсуждался. А основные предложения, которые сегодня были высказаны, сводятся к нескольким блокам. Первый блок – это синхронизация, гармонизация анализируемых данных, статистики, в частности, чтобы все и регионы, и федеральный уровень говорили на языке одной статистики. Второй блок рекомендаций был связан, прежде всего, с выработкой и стимулированием муниципальных образований по включению в работу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. И представители торгово-промышленной палаты и объединения, и в том числе, кстати, регионов, которые присутствовали на сегодня, говорили о важности, потому что на самом деле возникает конкуренция между региональными формами поддержки и муниципальными формами поддержки, которые остаются невостребованными. Дальнейший блок обсуждений связан именно с вопросами показателей и введения в этот доклад оценки эффективности реализации этих государственных мер поддержки. В частности, предлагались дополнить доклад показателями по уровню инвестиций и их динамики, в том числе динамики иностранных инвестиций. И также были высказаны предложения по доработке методов оценки инвестиций со стороны Росстата.